Мухаммед почему-то решил, что это не его дом. И решил сбежать. Мухаммед, ну ты чего? Follow me. Пошли подеремся. О, это зомби такой. Ох ты, повезло, повезло. Этот зомби, насколько я помню, как-то раз меня телепортировал куда-то под землю, где я чуть не сдох. Вокруг куча мобов, и я там помер. А в этот раз он сдох, ему оставалось совсем немножко. Ну, в общем, повезло, повезло. Так, и часть алтаря я тоже сломаю. Так, сейчас небольшое включение. На всякий случай я хочу показать, что вот я себе поставил свое поместье как раз рядом с алтарем из астралки. И хочу сейчас провести от моего подвала... проход из моего подвала прямиком сюда к алтарю. Квест комплит. За что? За то, что я увидел и потрогал этот кристалл. Понятно. То есть вот, вот такая у меня сейчас работа. Хочу это все провернуть быстренько и сделать себе дорогу прямо в дом. Чтобы я мог попасть сюда, в этот алтарь, даже не выходя из дома. Вот себе пришел домой. А у меня тут слизняки заспавнились. Это как это так? Мне так не нравится. Ну, конечно, фармёжка опыта, но все равно здесь же полностью у меня было все засвечено. Почему они здесь заспавнились? Так, я, честно говоря, не знаю, как здесь посмотреть источники света. Я помню, что они тоже вроде как есть. Ага, вот еще задание. Это было найти как раз-таки вот этот коллектор кристалл. Ну, я его давно нашел, почему-то он мне не засчитывался. О, о, вот это вот прям вообще хорошо. Это, как говорится, от души спасибо. Отлично. То есть теперь я могу, в принципе, за недорого телепортироваться между вот этой деревней. Ой, и домом. А, даже если я правильно понял, здесь бесплатный получается телепорт. То есть ты опытом не платишь за то, чтобы телепортироваться. Ну, отлично, отлично. Ну, пришла пора, наверное, ставить тинкеровскую печку. Все ингредиенты для нее у меня есть в больших количествах. Я разобрал огромную печку в городе, поэтому сейчас сделаю себе сразу, ну, если не максимально большую, то, наверное, такую довольно большую печку я себе сейчас сделаю. Так, сделаю ее размером, наверное, 5 на 5. И еще опущу на пару блоков вниз. Так, ну я думаю, что таких размеров не хватит печки на первое время, по крайней мере. Потом, если что, я просто ее еще немножко продлю вглубь. А пока что, наверное, вот такой размер будет вполне себе достаточно. Так, к примеру, сюда ставлю контроллер. Потом лаву ставим где-нибудь здесь. Ага, печка не работает. То есть дно печки не имеет права быть стеклянным. Понял. Теперь работает. Все. Теперь все ясно. Так, ну вот такая вот получилась печка. Потом, может быть, еще зайду и выгрызу вот эту верхнюю часть. И еще немножко продлю. И получится как раз таки идеальная печка. То есть еще на блок выше можно поднять ее свободно. Ну и вот так вот все это будет стоять. И так это будет работать. И так я немного подумал и решил, что я бы хотел, наверное, сейчас как раз-таки упереться в астралку. В астралке есть классный блок, называется Cave Illuminator, и он мне очень сильно помогал в моих приключениях. То есть он мне помогал засвечивать данжи, он помогал засвечивать логово боссов в Twilight Forest, и, наверное, он бы мне и сейчас точно так же помог. Так, Luminous Crafting Table, насколько я помню, он крафтится просто в обычном верстаке. Так, ну, к примеру, верстак я возьму вот этот. Как получить сути марбл? А, надо просто пережечь обычный марбл. Понял. Я немножко не готов оказался к такому, но, тем не менее, приемлемо. Ага. Все-таки Starlight нужен. То есть все-таки его нужно ставить вот сюда. Так. И вот тут размещать. Ага. Отлично.
Готово. Первое задание выполнено, значит, мне дают чего здесь? Немножко марбла, немножко опыта и еще один, ух ты, лут-крейт какой-то. И что это такое? Reusable morb. Что такое morb? Empty. Hold the mob in stasis. По идее, если я правильно понимаю, это просто держалки для мобов. То есть можно себе на базу притащить коровку там, ну или какую-то живность. Так, идем дальше. Дальше мне нужно сделать палку. Палка делается несложно, но на нее потратится эндерперл. А мне бы, конечно, этого не хотелось, но тем не менее, я готов найти жертвы, поэтому делаем. Так, а вот насчет аквамарина я почему-то не помню, что у меня был аквамарин. Сейчас тогда отправляюсь на поиски аквамарина. Вот уж не думал, что проблемы у меня будут именно с ним. Ух ты, как! То есть не работает. Я не могу себе подобрать аквамарин из-за того, что у меня слабая лопатка. Из-за того, что лопатка у меня из кактуса. И тогда вот где-то здесь делаем уголок стандартного Tinker Constructа. То есть вот, допустим, вот это Crafting Table. А, наверное, даже не так, а чуть-чуть в два слоя. Crafting Table ставим сюда, к примеру. Потом Part Chest. В общем-то, система получается замкнута, то есть все верстаки видят друг друга отлично. Это то, что мне и было нужно. То есть всевозможные детали, все, что будет касаться тинкера, все будет вкладываться мне сюда. Годится. Навершие лопаты готово, поэтому собираем. Ну, я надеюсь, что сейчас-то мне хватит уже для того, чтобы собрать аквамарин. О-о-о! Вот то, что они спавнятся, вот эти слизняки у меня на базе, вот это мне, конечно, не очень нравится. Они еще и отравили меня. О, я все равно не могу разобрать аквамарин. Ничего себе. А, апгрейдим тогда лопатку таким образом. И опять иду пробовать собрать аквамарин. Да неужели? Ох ты, как интересно. Что это такое? Какая-то бездна такая тут интересная, красивая. Офигенно. Круто. Но очень красиво. Итак, я готов себе сделать палочку из астралки, резонейтинг wand. Выкладываем рецепт и... Ой! А как же мне скрафтить ее? А, может быть, ее можно выложить на любом верстаке. Сейчас, есть у меня одно подозрение, что здесь есть какая-то загвоздка. То есть вот так, на обычном верстаке, но при этом присутствие Starlight все равно нужно. Готово. Так, зато выполнив этот квест... Я открываю доступ к очень классным подаркам. Первый подарок. Так, ну опыт это нормально. Целых 16 эндерперлов. Это прям супер. Еще секстант. Секстант, я, честно говоря, не знаю, что это такое. Я не играл в старую астралку. И, честно говоря, некоторые приборы, я даже не знаю, что это такое. Есть подозрение, что это поиск алтарей. Но это не точно. Так, на улице... А, о, то есть, не понял. То есть это просто поиск созвездий? То есть это практически подзорная труба или что это такое? Интересно. Ого, сколько их там. Нифига себе. Ого. Офигеть, чё их так много-то? Чё их так много-то? Так, и пошел я собирать урожай. Давайте, давайте, идите сюда.
А этот рарный. Волшебный был. Поэтому долго умирал. Перед тем, как отправляться на поиски вот этих вот рок-кристаллов, наверное, я все-таки сначала сделаю себе какую-то броню из тинкер-констракта. Может быть, это будет броня из кактуса. Но для того, чтобы у меня было много брони из кактуса, мне нужен таймер. Или вот так, часы, вот такие, клок. Меня устроит вот такой вариант. Вот такой вариант таймера. В принципе, золотые часы, по-моему, я где-то находил. Или мне давали в награду, вот они. И редстоун факела я собирал в домах. Я еще как раз говорил о том, что они мне понадобятся. У меня есть 4 факела, у меня есть часы, и здесь нужны будут либо простые камни, а может быть принц андезит или любой другой блок, который может быть равен обычному камню. Ну, к примеру, диорит. Нет? Блин. Не работает. Значит, тогда берем обычную каблу и пережариваем ее. А для чего все это мне нужно, я объясню чуть-чуть позже, просто показав это наглядно, как это работает и что вообще я хочу сделать. Зачем мне нужен таймер? Итак, делаем таймер. Готово. Интересно, как он издает редстоун сигнал. Таймер сейчас стоит на 5 секунд. То есть раз в 5 секунд он будет издавать редстоун сигнал. Ну, я не хочу. Я делаю, допустим, каждую секунду. То есть 20 тиков, да, я так думаю. Он. Все, работает он, интересно. И вот здесь я сделаю небольшую фермочку кактуса. Есть вот в игре такой блок, называется SNED. Делается просто из двух песочков. Каждый раз, когда таймер тикает по блоку SNED, любые растения, которые растут на песке, они получают шанс вырасти. Получается, сейчас что мне нужно? Мне нужно взять любой блок и поставить его вот сюда. И вот она, автоматическая ферма кактуса. Единственное, желательно еще какие-то или воронки тут вокруг поставить. Может быть, источник воды какой-то поставить, чтобы оно все падало и собиралось куда-то в одно место. Желательно какой-нибудь вакуум-хоппер или что-то типа такого. Так, ну, так как вакуум-хоппера у меня нет, поэтому, наверное, буду пробовать обойтись банальным источником воды. Так, может быть, тогда где-то в углу сделать эту ферму. Да, я, наверное, ее сделаю в углу. Так, тогда делаем свою небольшую мини-ферму получения кактуса. Здесь я разливаю блок воды. И направляю потоки в одно и то же место. Ну, допустим, вот сюда. Так. Вот здесь я поставлю воронку. Получается, ставлю я вот сюда один снет. Один, второй, третий. И может быть даже... Так, секундочку. Значит, надо сделать чуть-чуть пошире, может быть, систему, чтобы поместилось все. Да, я сделаю на один блок шире. То есть даже если я где-то буду частично терять часть кактуса, ничего страшного абсолютно. Так, единственное, что мне жалко, вот этот вот блок... Глаустоуна. Потому что в идеале было бы воронку поставить именно сюда. Так, но это не все, потому что я еще могу сюда посадить кактус. Так, снова делаем тик, равный, допустим, ну пускай 40, раз в 2 секунды. Окей. Ага. А также я могу сюда поставить еще и шугакейн, то есть сахарный тростник.
и он точно так же будет расти. Конечно, если я правильно понял, если вот этот вот Redstone таймер издает Redstone сигнал во все четыре стороны. Как мне кажется, так оно и есть. То есть точно так же, когда будет подаваться Redstone сигнал на вот этот вот SNET, срабатывает шанс на быстрый рост вот этих вот растений, которые растут на песке. То есть, да, естественно, часть кактуса я буду терять, но абсолютно ничего страшного. Ну и все, и пока что забываем про нашу ферму. Через время я приду, и здесь будет большое количество кактусов. А, тростнику просто нужно, чтобы его кто-то срубал, правильно я понимаю? Все ясно, понял. Для тростника, получается, желательно поставить поршень, который будет раз, там, допустим, 10 секунд по таймеру ломать его и точно так же собирать. Ну, все, понятно. И надо еще посмотреть какую-нибудь еду из кактуса. Раз уж я выращиваю кактус, то, может быть, есть что-то, какая-нибудь неплохая еда из кактуса. Да, вроде бы есть. Кактус-фрукт можно получить, и можно получить кактусовый салат. Еще можно получить кактусовый сок. И даже нарезанный кактус. Приготовленный кактус. Огромное количество блюд из кактуса. Так, ну это очень неплохо. То есть если я себя обеспечил кактусом, то значит я себя сейчас обеспечу едой. Сейчас немножко дорабатываем нашу схему. Делаем здесь два сундука. А, наверное, ниже нужно сделать, чтобы было получше. Все, получается, ферма, автоматическая ферма по производству кактуса готова. И сейчас из этого кактуса я буду делать себе разнообразные блюда. А их тут довольно большое количество, можно делать вообще что угодно. И наконец-то я смогу, надеюсь, победить голод. Хотя бы частично. Ну, как-то вот так. Так. Ну что ж, друзья мои, я поэкспериментировал немного с броней, с разными вариантами материалов, которые мне сейчас доступны. Получается так, что из доступных материалов для меня, ну, самый оптимальный получается, если кто помнит, я выбивал из слизняков слитки знаний. Вот их можно как раз расплавить, очень просто расплавить вот в этой тинкеровской печи. И из них получается, на мой взгляд, оптимальная броня по своим характеристикам. К примеру, да, для сравнения, допустим. Я беру из подручных материалов, ну, из самого простого материала, который мне доступен, я беру, допустим, кактус. И, к примеру, из кактуса я пробую сделать вот эти вот дополнительные части брони. Да, вот эта часть у меня дает durability 3,5. При этом трим из вот этого слитка знаний дает durability 8. Опять-таки, берем другую часть, так называемый плейт, то есть это, ну, как бы пластины, скажем так, нашей кольчужной брони. Кактус дает durability 0,75, modifier 0,85. И прочность 0. Ну, это не прочность, скажем так, а упругость или жесткость, грубо говоря, жесткость 0, да? То вот здесь, к примеру, также мы смотрим, получается modifier 1,2, durability 10, жесткость 1. Ну, соответственно, то же самое и с кактусом вот здесь будет, с вот этими тримами. То есть все, что я не пробовал, к примеру, костяные, да, пробуем тримы делать. Костяные плейты, модифайер 1,1, 3,5 и прочность 1. Здесь 1,2, дюрабилити 10, а тут было 5, 3,5, то есть. И прочность, да, прочность, ну, то есть жесткость такая же точно, 1. Флинт я даже показывать не буду. Там просто кошмарные параметры. Более того, я пробовал сделать вот эти же элементы брони, которые делал из Knowledge слитков, я пробовал делать из железа. И железо точно так же проигрывает по всем статьям. Конечно, в идеале еще бы сделать для своей брони также из этих слитков знаний и сами оболочки вот эти вот. Но у меня в свое время просто не хватило алюминиум брас, и поэтому я вынужден был, ну, сделать не полностью, не все. То есть у меня есть кое-какие сейчас элементы брони. Я, наверное, сделаю именно из них. Вот у меня есть на chestplate, к примеру, ядро. А, ну, core, это называется core cast. То есть основное, главный, как бы, главный ингредиент, скажем так. То есть я его тоже делаю из слитков знаний. По идее, мне хватит. Хотя на него, по-моему, уйдет довольно много этих слитков. Ага, у меня осталось 6 инготов.
Так, и что еще я могу для ботинок? 4 ингота пойдет. То есть годится, тоже можно сделать себе. И, наверное, на этом все. Ну, вот эти 2 ингота я солью и сделаю, может быть, какую-нибудь рукоятку или что-то сделаю для своих инструментов. И теперь переходим к самому главному, к самому важному, это уже к своей экипировке. Раз я сделал себе уже чест-плейт, теперь мне нужно сделать вот эту часть ног, леггинсов. Ботинки у меня есть, и теперь еще делаем шлем. Получается у меня вот такой вот сет брони. Можно назвать его, наверное, сет кактусовых знаний. И, честно говоря, наверное, это будет очень близко к истине. Так, ставим сюда вот так и вот так. Получаем броню с durability 510, defense 10, жесткость 1. Поехали. Шлем тоже 381. Ботинки. Что самое интересное, у него 7 модифайеров. Это прям очень даже неплохо. И теперь уже главная серединка. Это чест-плейт. Ну что ж, получается, что я остаюсь на стиле, то есть у меня получается все зеленое. Хотя я сам как бы об этом не думал, естественно. Но так уж получается. И я одеваю свою броню. Да, вот какая броня у меня осталась из того, что мне было доступно. Так, я даже эту золотую броню одеть не могу, понятно. То есть она выпадает с мобов, но одеть ты ее не можешь. То есть вот я пытаюсь одеть золотую броню, написано «You don't meet». Что-то там я не успел прочитать. В общем, как бы там ни было, сейчас у меня броня, которая есть, это 4. Если я одеваю свой новый сет броня кактусовых знаний, то у меня получается ранг брони аж 13. И вот как это будет выглядеть, если включить отображение брони. Вот, и кто-то, наверное, задавался вопросом, почему здесь выключено отображение брони. А вот почему. Потому что ты, если ходишь в броне из тинкера, она не работает с анимациями из вот этого мода, который дает анимацию. И получается, ты выглядишь как какая-то гусеничка. Даже не гусеничка, я не знаю, как это мокрица, только зеленая. Именно поэтому, я так понимаю, разработчики сделали так, что ты, ну, всегда, даже когда ты сам заходишь в игру, по умолчанию броня, отображение брони отключается. Ну, вот так вот. Ладно, я, наверное, сейчас закончу как раз-таки мое видео. То есть я теперь полностью весь покрыт кактусом. Я кушаю кактус, и у меня сет брони кактусовых знаний. В общем, я, наверное, скоро сам стану точно такой же зеленый, и из меня будут торчать иголочки во все стороны. Так, ладно, наверное, на этом я заканчиваю это видео. В следующем видео, я думаю, мы все-таки доработаем астралку, дойдем до того уровня развития, где я смогу себе сделать кейв-иллюминатор, и надеюсь, что отправимся в приключение уже под землю, и я очень рассчитываю, что приключения там меня найдут. Все, еще раз всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмякайте на колокольчик. Пока-пока.